Титаны эпохи Возрождения собрались вместе. В зале Ивановского историко-краеведческого музея открылась поразительная выставка полотен самых известных мировых художников. На стенах, конечно, репродукции эпохальных работ Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Питера Брейгеля-старшего. Идея создания оригинальной экспозиции пришла музейщикам после успеха выставки копий работ Ван Гога. Благодаря качественному методу создания репродукций, ивановцы смогут прикоснуться к сокровищнице европейского искусства. Ну, если раньше мы говорили о технике Жиклефа, семейное воспроизведение подлинника с учетом фактуры, цвета, то это все-таки репродукции на холсте подразумевает и уменьшение размеров. Подлинники огромные, особенно это росписи, допустим, потолка Сикстинской капеллы, поэтому это все-таки репродукции в полном смысле этого слова. Выставка объединяет 68 картин, многие из них – визитные карточки крупнейших художников ушедшей эпохи. Разнообразие поражает. Не нуждающаяся в представлении Мона Лиза, копия известной фрески сотворения Адама кисти Микеланджело и одна из монументальных работ Питера Брейгеля «Вавилонская башня». Конечно, наверное, посмотреть на подлинник было бы ценнее, но подлинники этих работ все-таки находятся в галереях Рима, Флоренции, не у всех есть возможность туда поехать, а увидеть эту работу не в альбоме, а все-таки в таком большом размере, часто близком к оригиналу или соответствующему оригиналу, это тоже, на мой взгляд, очень ценно. Сюжеты полотен художников Ренессанса отсылают зрителя к мифам и легендам античности. Величественные боги и мускулистые воины соседствуют с прекрасными дамами и благородной знатью. Заметно выделяются работы Брейгеля-старшего. Тема его полотен – безликий крестьянский народ, колоритно запечатленный кистью знаменитого голландца. Вообще понравились картины. Просто интересно посмотреть спокойно, не торопясь после работы. Там, например, когда идешь на выставку, времени нет. А здесь просто выдался день, и второй раз я приду на нее еще раз со своими подругами. И мы тоже вместе посмотрим. Второй раз, думаю, еще что-то замечу в этих картинах. Увидеть шедевры мировой живописи ивановцы смогут до середины декабря. В планах музея продолжить работу над выставками репродукций известнейших мастеров кисти. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.